Привет, привет. Трудно поверить, что китайцы вообще творят. Хочу показать удивительные автотовары, гаджеты на Алиэкспрессе. Ниже в описании будут ссылки на все товары. Перейдя хоть на одну из них, с интересом легко можно затеряться в интернет-магазине. Но пока вы окажетесь в невероятном мире, хочу порекомендовать посмотреть видео, которое я опубликовал вчера, и ссылка будет внизу в описании. Это видео о том, как на 100% эффективно можно промыть радиатор печки. Итак, поехали. Автотовары с Алиэкспресса. Рычаг. Ручка переключения. Автомобильный подголовник, DVD-плеер с USB и CD-слотом, 32 бита игра. Есть и бюджетный вариант. Декоративные лампы для салона автомобиля. Автомобильный стайлинг педаль. Чек-лист для педалей. Полирует автомобиль и отталкивает воду. ОБД-2. Автосчитыватель кодов. Инструменты для ремонта плоскомерных шин. Наборы для ремонта лобового стекла. Инструменты для ремонта. Восстановление кожи.
комплект для полировки автомобильных фар. Высокотемпературная пароочиститель под давлением. Защита шин от проколов. Машинная мойка высокого давления. Водяной пистолет. Мини-лазерный автомобильный USB-светильник для украшения салона.